Не знаю. Обычно. Я тоже давал ханю, потому что кто-то в полете. Второго раза. А! А! Как туда залететь? Я не залетаю. Пропеллер. Ну это за пропеллер что-то попасть? Прыгайте да, с синей так. Жердочки с правой потом. То есть на других двух эти топора стоит. А как я не долетаю на этой? Там надо вверх. Не знаю, как Лёха, но я смог. Там в конце надо это. Вверх, короче. И это желтый. Не-не, там с топором. Ох! Да бля. Ёлки-палки. В смысле тяжелый? Ну, у всех тяжелый. У меня бронеплиты стоят. Так, ну, у меня тоже. Я ж не думал, что на нем эти. Почти. Ну задом да. Ну спереди бампер мешает. Бля, здесь еще одна такая хуйня. Бля, еще одна такая же. Три таких. Задом. Все, перелетел наконец-то. Пини там едет. Поздно. А ёлки-палки. Да что я за ёб твою мать? А ведь я аккуратнее, когда будешь приземляться. Бля, надо ровно. Да, надо ровно. Офигеть.
дальше еще интереснее. Да? Угу. Давай, давай, заберись, пожалуйста. А, чуть-чуть. О, стри-стри, гоняем. Временами кажется, он как широкий. Да! А, я хотел кто, Сереги. Фу, взял чел. Смысл истребитель. Какая у него ЦДТшка гладенькая. По истребителю ехай прям, не бойся. Ай. Странная ситуация. Я вроде бы и падаю, вроде бы не падаю. А нет, уже падает. Да блин, он носом так тебе стыкает. Да блин. Блин, почти самым этим залоханил. О, да. Вот это пошел. У меня полная фигня, блин. Там мне нигде не надо обратно возвращаться. Ну да. Да блин! Вроде бы нигде. Я тоже за тобой. Вверх тут газанул, блин. Нет, тут не надо газовать. Да что так хорошо, два гола пошел. А-а-а. Ну так, да. Оп.
Да ёлки-палки. Я хотел сюда с разгона. Не вышло. О, о, Лёха, нифига, ты красавчик. Разогнаться и туда упасть. Нифига, Лёха, лайфхакер. Если эта тема канает, Лёха, то будет зашибись. Слушай, почти. Когда я попробую? Надо переваливаться на ту сторону, не достанешь. Чуть-чуть мигалки какие-то работают. Да блин, почему у меня врезается? Ты вообще как туда с разгона заехал? Не знаю, Евгений. Один случай на миллион. Вообще ты туда прыг без всяких этих. Ну ладно, поедем на. Да блин. Почти. Что бы измер не казалось. Блин. Я не понимаю. Там в самом начале еще было. Цепь на медплашке. Куда ты? Все. Проебали, не проебали. Леха, хотел с помощью тебя туда запрыгнуть. Я понял. О, я запрыгнул. Молодец. Все. Конор финишировал. Вульканар. Переваливайся, но... скотина. Давай до следующего. Так красиво шел. Заметь, а? Так почти удалось. Я понял, как туда сейчас запрыгивать. Так ты, блядь, так надо по таймингу залететь. Эй! Да бля. Лёха! От меня же таймер не сработает, правильно? Нет, классный скилл-тест получился. Ну, где-то минут 20 спустя также финишировал Евген. Далее запустился 20-секундный таймер. Ну, не все финишировали, да, но в целом скилл-тест получился классный. Я думаю, что многим он понравился, тем более, что он проходил на новых хаммерах. Вот, машинки на самом деле классные. Конор Сергей, он проехал вообще, по-моему, на дефолтном хаммере, поэтому говорить, что кто-то тюненный, кто-то не тюненный, там и кому-то было легче, кому-то было сложнее, здесь, наверное, так не скажешь. Ну, наверное, как говорится, скилл решает все. Все, ребят, огромное всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, вступайте в мою группу ВКонтакте по GTA. Ну и в обычную группу тоже вступайте. Ссылочки на группу присутствуют под видео. И всем спасибо, и всем пока.